Приветствую, дорогие зрители, с вами Дирал Мини-Кошка и Фермус, скажите привет! Приветик, мяу! Привет! Продолжаем наши Мега Лаки The Walls! Как-то так, короче говоря, мега огромные стены с лаки-блоками. Как я и обещал, сегодня уже необычные лаки-блоки, все настроено. Сегодня у нас дружко лаки-блок. Все говорят, что дружко скатился, я не знаю. Это, конечно же, очень интересная информация, проверять мы ее, конечно же, не будем, но это наш новый проект, если вы не в курсе, это проект «Стены». Здесь каждый из нас появляется на своем участке земли, проходит 15 минут, мы, в смысле, добываем все какие-то полезные вещи, и потом мы сражаемся за планету, которую здесь не видно, но она на самом деле находится там. Открывается там волшебная дверь, и можно нажать волшебную кнопку, которая дает плюс 10 смертей. Возможно, это может изменить ход битвы, может быть, нет. В общем, я нас запускаю, и игра. Игра началась, времечко потикало, первый лаки-блок, и что это такое? Волшебная зажигалка? Нифига себе. Она умеет дико подстать, так нужно проверить на ком-то. Слышь ты, животное, иди сюда, тихонечко, тихо. Так, давай, мне нужна жареная еда. Жареная еда. Давай, быстрее, больше жареной еды. Отлично, я получил кусочек жареной свинины. Так, надо, кстати, не забыть со старта. Воу-воу-воу, так, таймер пошел. Ага, вижу, бахнули куски динамита. Так, я сразу забираю у себя из сундука все самое ценное, важное и полезное. Так, я думаю, где что-то поломать здесь можно. Что это такое? Кажется, алмаз будет, там будет алмаз. Так, а здесь два куска лаки-блока. Так, это круто. И ко мне еще обычные лаки-блоки выпали, слышь, прикинь. Два обычных лаки-блока. Из первого говно, из второго говно, из третьего паук. Идеально. Идеальное говно. Меня фигарят. Ну круто, кошка. У меня просто все идеально. Так, у меня алмазы уже есть. У вас есть алмазы? Да нету. Да. Так, какая-то бутылка, куски. Так, слышь, паук, это же тебя. Может, сжечь это нафиг? Так, ну, сжечь. Сжечь все в огне. Так, да. надо все сжечь. Блин, куча мусора. Дурацкий мусор. Может быть, даже вот это мне не нужно. Кирочка есть. Кирочка. Так, я никакие механизмы делать не буду, скорее всего. Хотя можно было бы затрабасить их попытаться. Ого. Не, ну нифига, не хочу. Так, что мне нужно быстрее еще бежать. Ого, так, у нас, кстати, времечко довольно-таки немного, ну хотя относительно все. Это что такое? Шарпнес, силк, тач. Ага, знаете, у меня есть? Уже дофига есть чем вас фигарить. Что у тебя есть? Дофига блоков железных. Железо? Ну крафти броню. У меня какое-то вообще имя. Ооо, все шикарно, живем. Живем просто, смертно? Нормальное оружие, нормальное. В прошлый раз у меня нифига нормального не было. Сейчас у меня есть нормальное оружие, которое можно зафигарить кота, либо феромона. Я немножко перебалансил систему. Когда падают стены, нельзя. Мы сразу же будем каждый появляться у себя на базе, и всех будет тпшить по базам, чтобы не было реально такого, чтобы кого-то могли зажать. В прошлый раз этот механизм должен был бы работать, но что-то нет. В этот раз, надеюсь, все будет хорошо. Так, все, лаки-блоки кончились на поверхности. А, вот еще есть парочка. Вы пещерку нашли уже, да? Вы в пещерке? Коты. Да, я внизу. Коты в пещерке, так ясно, хорошо. А откуда ты знаешь, что коты в пещерке? Ну, я у тебя спросил, ты мне ответила. Это просто Дилерон, доктор Ватсон, Шерлок Холмс и все дела. Кажется, все закончилось. Так, я их не считал. Я 8 поломал лаки-блоков или нет? Не помню. Ладно, хорошо, заберем тогда с собой вот это дерево. У меня есть топор, но он бесполезный на самом деле. Он носил к тач. Шо? Самое крутое то, что на мою территорию никто не может залезть. Сильное заявление. Ну, проверять что? Мы, конечно же, его не будем. Да. Не, ну я да, мы стены не ломаем, мы стены не ломаем. Блин, Дилерон спылесосил кучу мусора. О, Дилерон отлично. Молодец. Ладно, я тогда сложу все это куда-то и пойду в пещеру копаться. Что колбаса? Сама ты колбаса? Че обзываешься-то? А, обидно. Обидно, слышь. Обзывается она. Так, 20, здесь 17. Кошка, как тебе дела? Это покруче будет. У меня... Так, а ну-ка. Все супер. Да, нормально. Она что нашла крутое, я тебе говорю, что крутое уже нашла. Кто меня убивает? Я к этому парюсь. Она что-то уже нашла. Так, у меня пока только алмазный нагрудник есть. Сюда, дядя. У меня есть хорошего, только алмазный нагрудник. Так, у меня лазурита все еще нет. Слышь, феромон, есть лазурит? Да, у меня есть. А если найду? 29 у меня. 29? Так, где здесь должен быть вход в пещеру какой-то тайный? Надо, кстати, что-то еще найти. Блин, стемнело. Сейчас, кстати, по идее, должен механизм автодень сработать, и должно солнышко встать. Так, а где-то здесь еще должен быть сундук. Солнышко. Ага, еще дружко подводный. Подводный дружко, который нифига не хочет. А ну-ка, давай еще раз. Давай-ка вот так вот. Дай мне что-нибудь полезное. Еще я один алмазный сделала... нагрудник, как же это тупо. У меня эмеральдовый, Дилерон. Да я к тому, что, блин, я скрафтил, и мне дали еще один. Ну, блин, ладно, положу его здесь, я может, себе мне все пригодится. Сделать, так. Надо зарываться. Да, так, времени еще довольно-таки дофига, я смотрю. Еще дофига времени. Ладно, можно идти закопаться. Я думаю, что я еще успею одеться. Я думаю, так, что все, я уже полностью оделась. Меня только оружие. Да, полностью. Ну круто. Так, я вижу уже мужиков. Так, мужчина, до свидания. Мужчина, до свидания. Это одноразовый меч был, серьезно, блин, а я старый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ай-яй-яй. Вот это я вот, зря. Вот, что нашел. Вот это я зря, нужно пойти забрать свой меч. Йо! Ну ладно, отлично. Меня телепортировали к моему мечу, как я понял. Все, дилерон померся. Надо идти забирать свой меч быстрее. У меня дофига всего. А где его положил кто-то? Я могу дилерон зачароваться? Да, можешь, если нашла лазурит, конечно, можешь. Так, конечно, вроде будет этот меч бесконечный. 27 штук. Блин. Офигеть. Короче, если вы найдете меч на 20 урона, то радоваться не обязательно, его у вас скоро заберут. Вот так вот, оказывается, оно все работает здесь. Я все сейчас зачарую. Так, вот так вот, пометочка. Так что, злые кролики, убийцы меня! Слушай, а кролики меня не фигарят, как ни странно. Круто тебе! Круто тебе, кошка! Я все чарую, ребята. Топор валяется, я к нему вернусь. Так, вот так, чтобы я помнил, что здесь вход. Так, слышал, кролики? А меня кролики не трогают, ребята. Ну, блин. Тебе, конечно, круто. Мне с кроликами как-то не очень везет. Отошел. Воу. У меня еще есть. Блин. Что? Блин. Я начал в психвате карту даже активировал. Отлично. Пока что все по плану идет, даже очень хорошо. Какие-то планы уже. Сейчас все закончится, твой план. У меня все. Я бронирована, феромон. Кролик. Да, мне все равно. Блин, хочу убивать котов, а не кроликов. Да ну блин, ну серьезно, я не могу в шахту спуститься. Это вообще не круто. Кашенцы сейчас бронируются. Это хреново, это хреново. И будет вам... Нет, я протестую против вот этой вот фигни. Дилерон уже 4 смерти. У феромона 1 смертей. Где кролики? Да. Дурацкие кролики. Отошел. А у кошки 0 смертей. Так, все, не про то закапываться. Так, может, где-то здесь что-то есть? Отлично. Так, надо себе подсветить. Так, мужчина, мне нужен свет. А если пойти сделать себе алмазный меч и зачаровать его еще можно? Так, он отошел. Так, что может крутое есть? Подошел. Так, мистер Крипер, до свидания. Это что такое? Изумруд, отлично, я могу скрафтить что-то крутое. Так, все, шикарно. Выкинь его, дилерон. Да, да, конечно, обязательно. Воу! Воу! Это что за нахрен было? Ого, это не я. Это меня что-то жахнуло. Я провалился вниз. Блин, я догорел. Так, у меня уже 5 смертей. Так, это прям жестко. 9 минут осталось. Блин, опасно, так, вот опасно. И пойду сражаться. Блин, на кошак уже сражаться хочет. Это хреново. Сейчас я башню построю вселенскую. Давай, конечно. Занимайся башней. Башня, это важно. Давай. Да, дольше это занимайся. Очень полезно. Это важно. Нам нужно больше башен. Так, это что сейчас было? Яблоко какое-то? Яблоко, по-моему, это выглядит круто. Блин, так, надо жалко, было у меня яблока нету. Так, а ну-ка, осветение. Так, сейчас вокруг зачаруемся. Осветение, что у нас здесь? Ничего. Что у нас здесь? Какая-то бутылка. Так, бутылка, это вроде бы хорошо. Так, мужчина. Что-то не понял, а кто мне зельем ударил? Зельем? Может, какая-то бабка? Да, слышь, а ну снимай нет. броню. Снимай броню. Так. Кошка, тоже снимай броню. Что так? Хорошо. Ты другие слова знаешь? Ты уточка, что ли? Просто ты я строю кряк, стену. Кряк. За стенами строю стену. Слышь, понял, стену нельзя строить. Нельзя строить стену. Плохой феромон. Плохой феромон, стены строить нельзя. Так, мне выпал меч. Меч крутой. Мне броня выпала, вообще шикарно. 25. Какая у тебя броня? Ого, так, нормально, ситха. Все, я вообще нормальный такой пацанчик. Так, надо себе подсветить. Слушай, по-моему, вообще лаки-блоки эти светятся в темноте. Мне же это показалось. Или я уже вообще поехавший. Скорее сюда поехавший. Надо идти кролик убивать. Светится. Серьезно? Я тоже видел. Да, ночью выходил, видел. Круто. Так, тихо, мистер скелет, я от вас ухожу уже. Надо пожрать. Так, 60 секунд. 60 секунд, блинчик, надо что-то делать такое. Надо, блин, надо. Осталось очень много. У меня что-то спорит лука. Да, так, и миллион кроликов. Так, кролики отошли. У меня, кстати, тоже лука нету. Кто? Кролик! Чертовы кролики. Так, у меня же на улице есть лаки, я сейчас их пойду разрубаю. На улице? А, ты их не рубала, что ли? Так. Ну, не так, все. Так, Роберт, успокойся. Не все. Бобик-сан. Так, кролики. Что-то прикольное будет. Кролики и Бобик. Так, давайте. Так, надо скоро будет выбираться уже отсюда. Так, блин! Что? Ты знаешь что? Догадайся. Коту нужно умирать, я знаю. Я в будке. В будке? Отлично. В будке, ха! Там и сиди. Неразрушаемая природа. Что, выпало? Я вылезла! Чё орёшь, псих? Вылезла? Каким образом? Ты что, читер, что ли? У меня есть алмазная зачарованная кирка. Это фигня. Ага, это что, крутое? Воу, кролики! Безумство. Ничего это себе. Что за нафиг? Воу. Подкинуло вверх? Все сдохли, да? Да, да, это я сделала. Лаки-блок открыл, который всех подкидывает. Спасибо, кошка. Это экстренная эвакуация из пещеры от кошки. Блин, ну мне-то лук нужен, я хочу в пещеру вернуться. А у меня тоже, кстати, лука нету. Кошка-хейтер просто, она не дает нормальной пещере посидеть. Кошка-хейтер. Так, тихонько. Кролики. Где кролик?
где-то здесь кролик. А, это какой-то кролик, как король из пауков. Или что за нафиг? Невидимый китон. Так, это что-то еще крутое нашел. Так, тут кролики. Так, железо мне не нужно. Блин, почему Делерон вечно сражается с кроликами? Что за фигня? Армия кролей, которые хотят смерти Делерона. Это не любовь, это что-то другое. А расскажите, ребят, что у вас там в инвентаре? Я динамит взял, взрываю динамит, ищу блоки. Круто. Так, очень это интересно. Мусор, мусор. Избавляюсь от мусора. На что вы спросили? Без регистрации СМС. У меня, палка. Знаете кто? С Звездных войн. Вот этот. Отлично. Мужчина. Называй его просто мужчина. Блин, да. У меня нифига хорошего, в принципе, нет. Это вот это... Один лук блять. У меня. Я не знаю, что тут за мечи такие, но мне не нравится. Где-то здесь должен быть выход, по-моему. Бежать! Ага. Чёрт. Ну ладно, ребят, ты где? Так, тихо, мужчина. Так, вот здесь выход, ага, экстренный. Все, я выбираюсь. Офигеть. У меня есть какие-то пару бутылок, так что как минимум пару киллов я сделаю, использую эти бутылки. У меня тоже бутылки, что за бутылки? Так. Ну, бутылки. Так, времени сколько осталось? Еще 200 секунд. Можно реально какую-то будку себе построить. У меня, в принципе, есть даже возможность что-то себе вот так вот раз и нарубать дров. Так, а ну-ка, рубаем дрова. Так, ага, декапитейтера нет, ясно, придется так урубакать. Так, мне нужно больше дерева. Пирамон, ты хоть одетый? Рубакать. Ну, я чуть-чуть совсем, самый малый. А что у тебя там одето? В чем ты одет? Да я какой-то алмазной броне. Алмазная броня? Всего лишь какая-то бичевская алмазная броня. А что лучше, эмеральдовая либо алмазная? Тихо, не знаю. Слушай, мне вроде нормальная броня. Что не надо, не хочешь говорить мне? Я тебе ничего не скажу, вообще ничего не знаю. Я ни в чем не виноват. Да не, кошка злая, ты в прошлой игре вытащила. Да. Что она? Она вообще начатырила, она мне механизм поломала. Я была, знаешь, на чем? На чем? Я на коне. На наркотиках. Котики, наркотики. Так, все, я избавился от всякого мусора. Знаете, у меня в моей базе кучу железа. Железо? Сильное оно заявление. Мне не надо, надо его выкинуть. Так, что мне еще нужно? Вот это переработать мне нужно. Так ну все, вроде бы отлично. Отлично. Шо? Блин. Я готов. Стены, уже давайте падайте. Мне а нужно, чтобы... Я не готов. Блин, слишком много времени. Чем себе еще... Ладно, хорошо, строим будку. Строим-то такой-нибудь может, маленький дворец. Может, строить будку? Я сейчас, наверное, тоже построю. Даже не знаю, как тебе. И железо вот будка. Вот. Вот так вот. Я буду себе строить дом, в котором будет жить Делерон. Надо я буду строить будку из железа. Так, что это такое? Это полезное? Что это тоже что полезное? Мистери Пойшен. Типа какие-то друзья появятся, что ли? Серьезно? Чего? Друзей нет. Ничего нет. Так, стены через 300 секунд. Так, мне нужно, наверное, что-то вот так вот. Может, какое-то реально сделать себе маленькое укрепление? Если я у меня был делаю. Более крутой лук, я, возможно, сейчас смогу выбраться отсюда и зафигарить себе какой-то более крутой лук. У меня вообще лука блин. Нет. Мне бы вообще хотя бы одну стрелу. У меня одна стрела есть. Лука дай мне нет. стрелу. Так, в теории я буду появляться где-то там. Так. Надо себе сделать какую-то защищенную базу, где можно будет отстреливаться от этих зверей. А то нападут еще на меня. Блин. Так. Я уже притык прям к стене подошел. Блин, дружко вообще такое стоит, модный. Я, наверное, еще покопаюсь, хотя бы немножко. Потому что мне что-то кажется, что вы как-то я, круче наверное, меня тоже. Одетые. Мне кажется, реально, вы круче меня одетые. А вот что у тебя? У тебя зачарованно да, все? Не, я делать. Не буду говорить, просто я себя подозреваю, но это же не значит, что это правда там все мне дела. Кажется, он в кожанке. Я в кожанке? Ну да, вполне, это вполне может быть, но проверять но мы, конечно, этого не но будем. Нет. Да. У меня проверять есть, короче, знаешь что, ножницы, я могу почикать тебе. Мне нужны лаки-блоки, потому что в пещере я все лаки-блоки добыл, и я не чувствую, что время у меня миллион всего хорошего есть. Целых 200 секунд, а у меня секунд, наоборот, потому, в пещере найду. Я не добыла. Блин, мне нужно было больше времени посвятить именно копанию всех вот этих вот лабиринтов. Я думаю, что это будет оптимальный вариант. Либо нужно будет выпиливать возможность так долго копаться, потому что мы слишком долго копаемся, я чувствую. Надо будет сокращать время копунства. Так, а ну-ка. Нифига просто нет. Вот копаюсь, нифига. Так, нужно поставить себе единственный факел. Больше нифига хорошего у меня нет. Так, у меня 22 факела. 22 факела? Ты их крафтила, что ли? Да. Так. Блин. А что? В моей пещере пока ничего. Моя мне на пещера лаки-блоки вообще не везет. Вот реально, вот я ту пещерку свою исследовал, а здесь пока у меня вообще днищенство. Самостоятельно искать лаки-блоки, это прям жестко. Нашла лаки-блок. Что? Кто-то подсоединился к нам, какая-то опасность. Боже. Так, что здесь? Алмазные штаны? Ну, это, кажется, хуже, блин. Так, сколько там времени еще? Еще 100 секунд, я успею. Надо спешить. Слушай, реально, человек, блоки светятся. Прикольно, находишь такое освещение. Делерон, надо еще наверх попасть? Да. Ну да, надо будет выбираться. Но я думаю, надо что еще выбираться. секунд 60 я могу закопаться где-то, порыться. Так, надо где-то возле факела раскопку устроить. Офигеть. Что у тебя там? У меня самый находит? Топовый лук, наверное, среди вас. Вот это хреново. У меня вообще лука нет, так что я думаю, что... У меня тоже нет. Да, у него самый топовый среди нас. Какой-то у меня лука нет.
Блин. Так, давай. Давай, Делеон, ищи. Шо? Ваши регионы стреляют с лука. Так, я нашел заново проход в свою старую пещеру. Чем мне это может помочь, кажется, ничем. До свидания, пацаны. Будем копаться в другую сторону. 387. А что вы за мечи? Не скажу. У меня самый обычный деревянный меч. Да, конечно же. Я тебе поверила. Я думаю, кто-то здесь врет. Кто-то здесь феромон-обманщик. Да, где лаки-блоки? Не, серьезно, я начинаю расстраиваться, их просто нигде нет. Может 60 быть, у меня секунд, на территории блин. Блоки есть, а я не смотрела? Надо быстрее Хорошо, бежать. Блин. Блоки. Так, я сваливаю отсюда. Я начинаю постепенно выбираться из своей пещеры, потому что я чувствую, что здесь лаки-блоками как-то не сильно пахнет. Как-то вот даже не ароматизирует, нифига. Может быть, где-то что-то у меня здесь еще Лука есть. Лука нету. Я не нашел ни из, как это хрень называется, ни лазурита, ни фига полезного. А стрел дофига. Дофига у тебя? Дай стрел. А нет. У меня стрел есть, алмазы, а нету лазурита. Эмеральды, лазурита. Давай торговаться. Мне нужно зачарование хоть какое-нибудь. 22 лазурита. Ладно, хорошо, избавляемся тогда от мусора. Так, мусор. Мы Блоки не тимимся, Делерон. Мы не тимимся, да, не тимимся, вот Делерон, вот, вообще не тимимся. Не тимимся. Так, стены падают. Так, все, я выхожу. Я выхожу. Тоже выхожу. Так, они уже падают, реально, я это вижу. Это Ой, банство. Они уже рили падают. Так, все. Да, все, пошла. Жара так, пошла. Я готов защищаться. Надо охранять. Я на феромоле нападаю. На феромоле, отлично. Так, феромон, береги свои трусы. Не-не-не. Сейчас буду мечом их. Так, может быть, какой-то из этих логиблоков мне что-то даст, пока они там сражаются. Это не то, на что я рассчитывал. Это вообще не то, на что я рассчитывал. Это вообще какое-то зло. Так, а здесь что? Так, вижу феромона. О, это что такое? Нас просто было двое. Что так, произошло? У феромона плюс одна смерть. Но после смерти всех телепортируют во всем будкам. Это чтобы не было такого, что зажимает кого-то. А это я все вижу по-честному. Феромона. Так, ого, нифига, дикий вообще. Феромон. Блин, у него Слушай, волына! Отошел! Ты посмотри! Отошел! Это Делерон! Это кто, мини-котик? Нормально, плюс одна смерть. Если бы меня еще регенило после этого, было бы вообще дико круто. Так, я заново возле своей будки. Так, слышь, кошка, отошел. А что у тебя Он какую-то стену построил, стрелочек, это да стена. Да у него самого топового. Так, надо яблоко Блин, сажать. Блин, зеленая, но я тоже могла бы зеленую сделать. Так, надо поломать что-то. Во-в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 о! Так. Так, мне это все как-то не нравится. Буду стрелять. Давай, фигарь этого кота. Так, отходим. Кто-то кошка спряталась. Да иди отсюда. Я тебя вижу. Надо сваливать. Они слишком много всего знают. Эти коты знают слишком много. Так, может иди быть, отсюда. Так, слышь, Кирилл, отойди вообще. Где должны быть челоки-блоки? Черт. Феромон, будешь Отлично. Подходить ко мне, так, буду 6-6-5. Не страшно. Главное держаться так, чтобы все было хорошо. Лаки-блоков а чего я медленно нет? бегаю? Я не могу понять. Ну потому что у тебя лапки, скорее всего, какие-то кошачьи. Так, феромон где-то там сзади бегает. Он к ЦО башне идет. К ЦО башне? К Иисусе башне. Так, о, отлично. Да у тебя 20 урона с руки, блин, что-то... Это нормально все, это не запрещено. Это жопа. Отлично. Да блин, какого фига, ты со спиной так нечестно. Так, что-то у меня отлично все. Жопа рыжая. У меня еще одна такая бутылка есть, так что в моей жизни, кажется, все хорошо. Феромон, ты что, боишься ко мне подойти, да? Стреляешь, и ты тоже боишься? Я вообще ничего не... На, праздник. Просто так подойти. Отошел. Блин, что у тебя за броня, ё-моё? Нормально. Волына какая-то. Изумрудная броня, из изумрудов. Кстати, вы мои изумруды не... Кажется, кошка утырила мои изумруды. 23 изумруда. Нет, это забей, они не нужны тебе, это мусор вообще. Не крафт из них броню. Так, 100 секунд осталось. Капец, он меня, блин, тащит просто. 100 секунд до открытия дверей. Так, ну окей. Так, я должен поесть. Я должен поесть. Это феромон. Феромон, на него нападай, Харе на меня нападай. Да, конечно. Он сейчас атаковать будет. Я могу зачариться. Так, если я сейчас сдохну, то это да не ваше интересов. Что не за меч красный? Так, подожди. Сколько у нас там есть времени? Где этот вход в будку? Вход в будку, кошка, вход давай в будку. Против него вдвоем. 70 секунд. Мы не тимимся, феромон. Да, мы не тимимся, мы феромон. Мы не тимимся, ага. Мы как бы друг друга в душе ненавидим. Так, а может быть я смогу что-то еще круче сделать? Так, а ну-ка, вот так вот. Ага, конечно же, это так не работает. Так, все, бежать. Во-во-во-во-во-во-во-во! Отлично! Так, все, меня телепортировали, потому что. Слышь, пришла убивать меня, Феромон, он был в будке. Феромон был в будке? Кирилл там возле будки. Делерон был в будке, а Феромон рассказывал. Да неправда. Не было никого нигде. Он там что-то начал. Кошка, живи! Кошка, живи, не умирай! Да я не умираю.
блин. Твой кролик меня еще напугал здесь. 20 на секунду. Так, я понял, уже делать вот так. Пришло время. Папочки. Пришло время. Ромон, сейчас, короче, иди к Иисусе жестко. Будки. Сам ты Иисусе будка. Сам ты Иисусе будка. Так, а ну-ка. Дверь открыта, так, быстрее. Так, все, отлично. Какой телепорт, быстрее. Адилерон победил. Все, Адилерон победил, отошел. Отошел, что не победил. Все, игра окончена. 22-17-6. Все, игра окончена. Я думаю, что все-таки нужно сокращать количество времени, пока мы копаемся. Это реально как-то много. А вот именно... О, тихонечко. А вот именно на сражение 5 минут вроде бы достаточно хватает. Весело, весело. В общем, большое вам спасибо. Нифига себе, я еще и невидимый. Вот это броня. Вот это дружком мне удружил сегодня. Круто. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте пальцы вверх. До скорых встреч. И пока-пока. Пока-пока. Мяу.